летних каникул у Никиты не все получается сыграть чисто, но руки непременно вспомнят. Вичугская детская школа искусств в этом году стала участником нацпроекта «Культура» и получила на свои нужды почти 2,5 миллиона рублей. В зал купили звуковое оборудование, ребятам для занятий новые инструменты. Пришли пока только струнно-щипковые. 7 балалаек и 4 домры. Приобретение показали Станиславу Воскресенскому. И много инструментов уже старые, они требуют обновления. Контингент обучающихся растет. Для этого нужны новые инструменты. Поскольку много детей младшего возраста, мы закупаем баяны, рассчитывая на детей такого возраста. 14 баянов фабрики «Шуйская гармонь» приедут в Вичугскую школу совсем скоро. На новеньком инструменте будут учиться преимущественно малыши, начинающие музыканты 6-7 лет. Качественно будут очень здорово отличаться, потому что это уже заказные инструменты. Вот, и, конечно, и цена уже, конечно, уже дороже будет, не стоит, чем сейчас мы играем. И на этих инструментах мы уже серьезно выступать на серьезных конкурсах. Еще школе нужны хорошие концертные инструменты и, по сути, участие в федеральных программах едва ли не единственный шанс зазвучать качественно. В этом году в рамках проекта «Культура» федеральные средства получили 5 школ искусств и Ивановское музыкальное училище. Учреждения поделили между собой 25 миллионов рублей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Вичуга.